Для тех, кто не знает прием, снимаю видео. Я сиренью, сирень я. Я сирень нюхаю, сирень просто со мной. Это просто шикарный момент. Посмотрите. Ну не красота ли? Один закрыла. Последняя вообще в последний момент вылезла. Скучаю я все-таки по шапкам, по шубам. Смотрите, какая крутая сумка. Так, друзья, всем привет. Мы с вами идем в Киломакс. Значит, идем с вами в Киломакс немножко с опозданием, потому что сегодня уже 17 число, уже 2 дня как новая коллекция была. Но ничего, мы все равно с вами сходим. Смотрите, сегодня я уже без куртки впервые вышла, да? Сегодня, по-моему, самый теплый день. Как будто лето прям наступило. Так, на выходные нам обещают дожди, ливни, грозы. Все как обычно. Ждем. Я сегодня ездила в аэропорт, в 2 часа ночи проснулась. Точнее, можно сказать, вообще не спала, поэтому сейчас уже почти 6 часов вечера. Что я там напримеряю, не знаю, не спавшая, но все равно иду. Иду в Киломакс. Мы ходили с вами пару дней назад, в день распродажи. Ничего не нашли, вообще было неинтересно. Надеюсь, сегодня что-нибудь интересненькое найдем. И хочу записать видео по поводу того, что я очень часто в последнее время бываю в аэропорту, провожаю людей. Хочу этот вопрос тоже поднять обязательно. Так, ну что я внутри? О, что я вижу? Сейчас покажу. Посмотрите, какие туфельки, во-первых. Интересные лодочки. Фирма, все новенькое. Мне заинтересовала вот эта плетеная сумочка. А ну-ка, посмотрим ее поближе. Вау, посмотрите, какая красота. Так, это у нас тоже фирма. Там большой карман, имеется молния. Все как надо. И фирмочка. Прикольно, как раз так на море ходить. Ну-ка, сейчас посмотрим. Вот, стоило 40 евро. И туфли классные, тоже такие кислотные. Так, ну что, я подошла. Смотрите, костюм, эти жакеты прикольные, но маленькие размеры. Но вам покажу, какие есть. Смотрите, розовые, зелененькие. Так, что-то много сумочек, смотрите, интересных. И джинсовые есть, и такие. Ух ты, интересно. Смотрите, кожаные из бахромой. Круто. Сейчас поправим все. Так, мужской отдел, смотрите, сколько майк. Сколько всего у нас тут новенького. Прикольные рубашечки. Классно, классно. Вот маечки Пола. Я их очень-очень люблю. Так, хочу себе какие-нибудь такие сандалии на том кеточке. Но не такого цвета. Посмотрим, что еще за шлепочки. Так, все модно. Легкие-легкие. О, какие красотки. Еще мне понравился выбор шорт, смотрите, мужских. Начиная от плавок, заканчивая тут вполне себе такими приличными. И спанч боба тебе есть, и на выход есть шорты красивые. И обратите внимание, сразу видно летняя коллекция, да, смотрите, желтенькие, розовенькие, джинсики, брючки, красненькие. Все такое светленькое, совсем другое дело. Прикольно. И вот мы сейчас подходим с вами к платьям. Но прежде, наверное, заглянем к сумочкам. Смотрите, какая крутая сумка. Так, откроем сейчас ее аккуратненько. И посмотрите, что внутри. Та-дам! Классно. Что у нас тут еще? Сумочки разные-разные. Так, я заодно себе присматриваю что-то. Желтенькое, смотрите, маленькое и побольше. Такой тоже интересный эксклюзивчик. Вот такое.
прикольно. Вот тебе, пожалуйста. Нашла симпатичное белое платье. Мне нравится такое. С пуговичками. Льняное. Но, наверное, сейчас не хочу так, такие руки открытые. Вообще классное, конечно. Фирма. Вот это мне понравилось. Смотрите, просто рукава. Пожалуйста. Такая штучка. Капроновые колготки на руки. Когда-то, кстати, я такое носила. Представляете? И носила даже вязаные вот до сюда. Рукава. Отдельно к майкам одевала. Даже вот смотрю, бюстгальтер. Все такое новенькое. Все такое беленькое, светленькое. Смотрите, какая красота. Такой тебе, такой. Пожалуйста, тоже размеры разные. Для шикарных женщин тоже есть. Просто чашечки. Скучаю я все-таки по шапкам, по шубам. Смотрите, какая классная штука на купальник. Просто шикарная. Тут такие детали. Класс вообще. Это нам надо будет в отпуск ехать, что-то такое взять с собой. Так идешь, сзади, видите, длиннее, чем спереди. Идешь, и тебе так все балдахается. Класс. Это тоже интересный такой костюмчик, видите. Брюки. Прикольно. Такое платье от Зары нашла. Стоило 40 евро. Такое. Прикольно. Нашла такое тоже классное. Мы с вами что-то такое примеряли, по-моему. Но в другом Киломаксе был дефект, помню, где молния. Такое симпатичное, конечно. Но размерчик маловат. Но так классно, смотрите. Вот как тут что-то найти? Вот посмотрите. За сколько работы надо проделать. И вторая, смотрите, тоже сколько здесь платьев. Это просто нереально обойти. Леопард просто в тренде, потому что он везде. Он везде, ребята, его очень много. Взяла штучек 5 платьев, больше не буду сегодня платье примерять. Сейчас покажу вам, что получилось. Так, в следующий раз мы придем еще посмотрим блузочки, маечки. Я хочу взять теперь парочку маечек еще на лямочках широких, типа такого варианта. И потом еще хочу найти еще одну рубашку. Ой, сколько в этот раз много, ребят. Ну реально, нереально все пройти. Просто шикардосики. Чтобы примерить даже блузочку, нам нужно найти с чем, да? Сейчас что-то я шорт не вижу. Сейчас посмотрю, если шорты найду, тогда может какую-нибудь вот маечку красненькую или беленькую. Хотя мне нужно что-то яркое, потому что я сама по себе белая. Беленькая. Белоснежка, можно сказать. Ну-ка, сумочки посмотрим чуть-чуть. Вау, классно. Сандалики. Так, уже спешу, как можете заметить. О, какая классная сумочка. У нас 30 минут.
30 минут хочу, видите, вместить все, чтобы все показать. Неизвестно, когда еще вырвусь сюда. Может быть, что-то присмотрю, потом во время монтажа себе же приду и заберу. Смотрите, сколько брюк светлых. О, это на девушек постройней. Ну, стройнее, чем я, конечно же. Так, быстренько поплатим. Быстро-быстро. Полчаса, ребят, полчаса. Кстати, за когда я прихожу в последний момент, всегда нахожу что-то самое интересное. Вот. Потом, когда возвращаюсь еще раз, уже не так интересно. Все, берем. Меньше слов, больше дела. Так, первое же платье и первое же офигенное. Так, оно будет в пол. Ну, если мы возьмем на танкеточке, будет шикарно. Смотрите, оно прям реально пляжное, как я люблю. Смотрите, тут такая у нас, значит, резиночка. Здесь, где грудь, все вообще шикарно. Рукава все прячет, ничего нигде не жмет. Шикарное платье, смотрите. Легкое-легкое. Наверное, это я возьму. Сейчас посмотрим в составе фирму. В прошлый раз не получилось, мы спешили. Жалко, конечно, что нет разреза. Вот это жалко, но это можно исправить. Значит, здесь у нас внизу вот так. Такой еще материальчик. Класс. Оно могло бы быть, кстати, вот это могло бы чуть-чуть покороче, вот так. Как вы считаете? Но мне нравится то, что красное. Я хотела классное платье. Значит, платье классное, приятное, все шикарно, но вот штатив мы с вами благополучно забыли дома, поэтому сегодня без штатива как-то импровизируем. Понятное дело, что лучше вот так, вот отсюда примерно снимать, чтобы было более-менее. Внизу я буду бомбочка. Кстати, мне нравится то, что здесь есть вот эта резиночка, за счет которой можно немножко регулировать длину. Прикольно. Вот в этом платье все пошло как надо. Кстати, хочу несколько слов сказать по поводу шампуня, который я попробовала. То, что реально он очень плохо пенится, но мне нравится результат. Мне нравится результат, как волосы себя чувствуют после мытья. Во время мытья, да, не хватает этого пениса. Я поставлю фотку, где я рассказывала про шампунь, показывала. Это платье у нас от Shein и, к сожалению, полиэстер, но все равно буду брать. Все равно я хочу его очень сильно. Так, больше ничего красного такого не нашла. Мне нравится очень. Так, тут платье нашла еще одно интересненькое. Ниже колена, все как надо, но оно мне очень большое. Большое мы брать не будем. Так, интересный такой приятный цвет. Рукава такие на резиночке. Спинка все шикарно. Ну, что я могу сказать? Красиво очень. Так, видите, здесь тоже очень-очень много места. Нам такое не годится. Но кому-то повезет. Кому-то повезет. Так, я считаю, что леопарда мне мало. Чего-чего? А вот леопарда мало. Сейчас покажу вам костюмчик. Такого у меня еще не было в примерках. Готовы? Пошли. You're chilling in the rain.
Вот такой костюмчик. Сейчас прикольную, знаете, примерю его с тем, с чем. Сейчас покажу. Накидочка та, которая как купальник идет. Сейчас, секунду. Такого у меня еще, конечно, не было. Эксклюзива. Эксклюзивного. Значит, здесь у нас место еще есть. Есть ремешок. Что не так показываю. Здесь резиночка, здесь ремешок. Здесь все шикарно просто. Прям для меня сшито. Здесь свободно. Здесь хорошо все влезло. Еще есть место, если что. Понятное дело, это вместе не носится. Я просто не хотела на голое тело примерять. Вот такая штучка интересная очень. Мне нравится. Кажется, это моя фишка. Вот эти вот все такие расцветки. Такие все узорчики. Мне очень нравится. Так, пора нам с вами ехать куда-то отдыхать. И нужно что-то такое купить. На купальник накинул и пошел. Как вы считаете? Мне кажется, хорошо. Мы поедем с вами в Турцию в таком, как вы считаете, пустят меня? Такая, выйду такая, здрасте. Мы с Юрмовой. Мы с Килом Макса. Йо. Как вам такой вариант? Пустят, нет, как думаете? Можно прикрыться, можно тут подвязать, подтянуть. Хорошо. Хороша чертовка. Шикарно. Плюсы примерок летом, да? То, что не надо столько всего раздевать, вообще можно не разуваться. Все везде пролазит, все влазит. Экономим наше время. Так, ну что, у нас еще два платья. Не знаю, по времени успеваем уже или нет. Так, примерили с вами это льняное, но тут что-то не то. Что-то тут не то. Как вы считаете? Что-то караул прям. Интересно, конечно, очень. И спинка все хорошо, и вот тут такие штучки есть. Это нет. Now, no, nine, что хотите, нет. Так, вот такое мы с вами еще примерили. Смотрите, какая спина. Очень хорошая. Блин, друзья, уже слышал уже, что все, уже магазин закрывается. Смотрите, здесь такая. Вот, смотрите, и в пол. И все шикарно. Это прям можно на какой-то праздник идти, что ли. Шикарно. Вылазим. Но оно мне очень понравилось. Значит, накидочка была такая. Платье мы унесли еще. Это не будем примерять. Ну, потому что я уже вижу, что оно мне маловато. Хоть тянется, но будет подчеркивать все мои прелести. И такое еще есть. Так, этому платью хочется больше внимания, конечно, уделить, но мы еще к нему вернемся. Не думаю, что его прям завтра купят. Оно просто шикарное. Здесь прозрачное. Спинка у нас тоже прозрачная. Шикарная. Я сейчас примерила опять такое простенькое, но тоже ничего. Такое платье есть нескольких размеров. Даже не знаю, что делать. Это тоже очень понравилось. Видите, какая я вся потрёпанная. Это значит, Вера супер ускорилась. Желтенькая. Его можно летом носить так, но вы понимаете, здесь резиночка. Поясочек, все как надо. Рукава вообще, ну, мой размер. Чувствую себя очень комфортно. Но сегодня мы возьмем, наверное, сегодня только красное. За этим придем еще померить. Но шикарно, конечно. Вот это мне тоже понравилось прям. Вот смотрите, не было,
И в последний момент я нашла вот то, что захотела. Красное платье это. И нашла то, что вот прям почувствовала, где висит моя вещь, понимаете? Вот прям мое. Хотя на самом деле у меня уже длинных платьев много. Знаете, нужно что-то уже... Прям что-то такое вау хочется найти. Если длинное, то прям вау. Тут, конечно, прозрачное немножко вижу. Ладненько. Все, побежали, девочки. Побежали. Видите, я не обманываю. Магазин закрыла. Последняя вообще в последний момент вылезла. С этим надо что-то делать. Вот в последний момент нашла все самое интересное, блин. Теперь еще приду обязательно. С одной стороны, круто, да, что платье одела и побежала. С другой стороны, я сейчас вышла из магазина. И такое ощущение, что чего-то я не одела. Иду, рассматриваю, вроде все на месте. Супер ускоренный обзор. Пришла бы я на часик пораньше, я бы все нормально примерила. Но нет же. Нет же времени. Снимаю видео. Я сирень. Сирень я. Я сирень нюхаю, сирень просто со мной. Это просто шикарный момент. Посмотрите. Ну не красота ли? Посмотрите, какие деревья. Тут несколько сортов сирени. Видите, лимонная. И такие два вида темнее, светлее. И беленькая. Но это, я так понимаю, прям беленькая, да? Сейчас момент сирени. Сейчас уделяем внимание сирени. Скоро у нас пойдет подсолнух, кукуруза. А сейчас еще время, кстати, рапсу. Вот очень много желтеньких фотографий вижу. Очень много. Ну и, конечно же, куда без сирени. А, да, кстати, мне писали насчет Добылы. Я ездила туда, мне там очень понравилось. Для тех, кто не знает прием, у нас в Добыле есть целый парк сирени. Там, конечно же, за денежку. За денежку можно прийти посмотреть, сколько разных сортов. Но там не только сирень, там еще есть и розы, еще что-то. Но сирени там просто, ребят, такой релакс. Там все сделано для того, чтобы можно было, во-первых, насмотреться, узнать новые сорта, во-вторых, еще и время хорошо провести. Там прудик, погулять. Иду и думаю, давно меня в прямом эфире не было. Нужно будет как-нибудь выйти. Как вы на это смотрите? А какие шикарные березы. Прям красота. Ну, посмотрите, как все позеленело. Мы тут с вами недавно по сугробам ходили. Сейчас вон все в одуванчиках. В сирене. Просто красота. Глаз радуется, как обычно. Иду и ловлю себя на мысли, что чувствую себя неудовлетворенной. Мне хотелось еще что-то примерить. Пошел вот этот вот азарт. И все, и время выходить. Ну, что это такое? Нужно будет точно возвращаться. Нельзя. Такой стресс перед сном нельзя. Это просто буду теперь всю ночь ворочаться, как обычно, думать об этом, думать об этих вещах. Куда мне столько? Да я одно платье только взяла. Сразу предвижу ваши вопросы. Куда тебе столько вещей? Да нет у меня много вещей, друзья. Нету. Там же мы с вами брали теплые вещи, сейчас летние. Хотела еще к сирене подойти. Красота, конечно. Вот сейчас, наверное, буду прощаться. Вышли на вечернюю прогулку, поиграли бамбинтон, тарелку летающую. В общем, я размялась. Фитнес такой у меня перед сном хороший. Море, штиль. Погода шикарная, жарко, видите, в маечках. Это все еще день, когда провожали в аэропорт, 17 число. День, когда была на примерке. И вот все еще день такой длинный, оказывается. Вот, сейчас пройдем через лесочек и по домам. Заметила сегодня в Киломаксе, как пару раз там позировала, что-то рассказывала, показывала, а кнопочку не нажала. Ну, бывает, ну что поделать. Так, нужно будет продолжать такие занятия. Бамбинтон в купальнике, летом, босиком. Шикарно просто, шикарно. Память у меня, конечно, в последнее время из-за того, что везде спешу, везде бегом. Получается, что так начала и не закончила тему. Так вот, я сегодня купила это красное платье, отдала 12 евро. Чуть больше 12 евро за него. Ой, надеюсь, оно меня будет радовать. А для тех, кто не знает, немножко расскажу, что я платье вообще редко ношу. Редко носила, пока не появился Киломакс.
Ну, там еще были попытки у мамы моей. Знаете, как пойду с мамой в магазин, примерю платье, а потом другое. Выхожу в итоге с тремя. Все красиво, все подходят. У нее глаз радуется, когда дочка в платье. А я, такая дочка, штаны, кроссовки, маечка. Его. Но потихонечку привыкаю к платьям. Все-таки в них тоже хорошо. Свободно. Кстати, когда ночью ехали, через дорогу пробегали лисы, бобры. Представляете? Так что у нас тут живность. Ого-го. Где вот они прячутся, а? Интересно мне знать. Ладно, все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. И всем пока!